Друзья, всем привет! Находимся на выставке в городе Кропоткине Краснодарского края. Выставка находится по адресу улица Речная, номер 6, каждое последнее воскресенье месяца. Сейчас пойдем посмотрим, что есть, какие птицы сегодня представлены, какие цены. Друзья, на входе сразу встречают каревы, кокарики по 3000, по 2500. Так, а здесь певчие, розелла соломенная, 5000 певчие по 2500, по 2. Хомячки такие по 150, такие по 200 рублей. Вот сейчас мы видим слева розелла красная, а справа розелла Стэнли, желтощёкая. Выставочные по 3000. Канарейки по 700 рублей. А как расцветка называется? Правильно, зеленые? Краснодерёвая. Это краснодерёвая, да? Вот краснодерёвая. Друзья, вот каревы по 2500. Шапочный сколько стоит? 25. Красношапочный 25. Если у кого-то есть девка двухгодовала, я сам куплю за 25. Розелла бернардовая. Самец черношапочный, он, да, правильно называется? Да, да. Нет, ну самец он желтопузый называется. Самец желтопузый, а самка? А самка кланкарик. Кланкарик. Вот, пожалуйста. Какая цена? 45. 45. Так, а здесь монах калита. Такая пара 35. А вот ожерелье. Друзья, ручная работа. 200 рублей без ручки, 300 рублей с ручкой. С ручкой 250, без ручки 200. С ручкой 250, без ручки 200. Какую цену волна? А? Волна почем? 500. 500 рублей. А почем хотел? Молодежь. Друзья, глянцевые и лазурные. Глянцевые по 5, а лазурные по 4. Все малыши. Молодежь все. Как раз можно на развод выбрать. Приручить можно, в принципе, тоже хорошо. Можно получить детей. Заработать. Ну, здесь что, отработали или живут? Друзья, это певчие рубиновые. Это певчие. Да. Это рубин с певчей. Друзья, розелла пенантовая, самец, 10 тысяч. Каревы по 2700, по 2500, в зависимости от расцветки. В какую цену ваши утята? 80 рублей, да? Это по возрасту сколько им уже? Недельные, да? Это индоутка, которая шипуны? Да, есть только коричневые, они и рябые черные. Коричневые рябы, 80 рублей. Понял, спасибо. Друзья, зебровая мадина, 250 рублей. Красота. Перчик. Это природная расцветка, 3000. Правильно? Друзья, волнистый попугай, 500 рублей. Молодежь, вся. Друзья, вот канарейки, самцы. Самцы же правильно все. А как вы говорите? Знаменитых конороводов. Знаменитых конороводов. Это вот линия Чибисова, Чеснокова. Юрия Константиновича. Юрия Константиновича. Вот такие вот канареечки. Это вот человек заводил, брал у известных заводчиков.
Друзья, вот у белого кеннера кольцо с инициалами Чеснокова Георгия Константиновича. А что за порода у вас собачек? Чихуа, ну да видно. Чихуа, а я в собачке. Юра, это ты что? Да, это я. Ты что, никогда не видел меня, что ли? Что я с собачками тут? Все, я сейчас вас узнал. Ну, узнай, я тебя сразу узнала. Ну, такие чухуашки. Так, стоять. Это вы с Армавира, правильно? Да. Все, кому надо, обращайтесь. Вот только ледять надо. Друзья, петух, далматинец, легорн. Друзья, клетки ручной работы. Почем клеточки, подскажете? Здравствуйте. По деньгам. Скажите, а вот если люди хотят для канареек вот кеннера держать, какую клеточку лучше взять? Вот по 400 рублей. Это она прямоугольная, да? Ну, вон она, маленькая, вот эти, много. А, да, вот это, да, вот да, такая. Да. А размеры сможете сказать, размеры? Не могу. А? Не могу. Ну, примерно. 45, по-моему? Примерно 25 на 36. 25 ширина, 36 высота, а длина у нее получается сколько? 36, я тебе говорю. Длина 36? Да, ширина 20. А вот от жердочки до жердочки тут что-то тесновато, да? Или пойдет для одного кеннера? Да, для одного пойдет. Все, друзья, вот имейте в виду, кто думает насчет кеннера, вот человек предлагает такую продукцию. Друзья, вот клетки из ясеня. Для канареек, кеннеров, пожалуйста, вот светлая. Скажите, а это они у вас крашеные или настоящий цвет? Настоящий. Настоящий? Скрыто маслом. Скрыто маслом льняным. Все, хватит, больше не пойду. Все. А какая цена вот этой вот с ясеня? Ясеня 1200. 1200. И нержавейка металл. Нержавейка металл. Ну, посмотрим, что... Так, друзья, для... это ясень, а это черный орех. Вроде так. Для разведения. Друзья, еще волнистых много, по 500 рублей. Немножко на выставке присутствует преступление. Вот видите, сейчас чижик сидит, бедолашка. Друзья, молодая неразлучник. Молодой неразлучник. Молодец. Сколько стоит? 800. 800 рублей. Взял, зарубил. Ага. Вот не надо завидовать. Да. Один. Она в дети годится. Я понимаю. Амадина 250. Здравствуйте. Это у вас зеленая канарейка, да? И почем у вас они стоят? Самцы 2,5. Самцы 2,5? Да, и самочки по 1000. Самочки по 1000. А здесь они все вместе сидят, и самцы, и самки? Да, две самочки я им покажу. Вот. И все вместе, да, и сам. Ясно. Вот зеленая канарейка. Да. Хорошие канарейки. Друзья, обратите внимание, здесь кормушка, поилка и даже мед есть. Видите, огурчики с какой дают, заботой. Огурчики. Также вот минеральная смесь и кормушечка. Давал. А вот еще огурчик кушали. Все, не надо. Белочки, друзья. Видите, с каким они аппетитом кушают морковку. А здесь вот, друзья, а здесь кролики кушают морковку. Карликовые. А в какую цену белка? Друзья, белка по 7, кролики по 500. Сегодня даже на выставке вы видите квочка с цыплятами. Вон они под квочкой сидят. Почем у вас карелы? 2,5. 2,5. Друзья, пара ожерелых 25 тысяч.
Снова преступление. Голуби дикие. Это, по-моему, горлица или просто дикий голубь. Вот монахка лета. Тут хозяин отсутствует, не знаю, кто это за птица, что это за птица. А вот, по-моему, синичка усатая. Если я не ошибаюсь. А почем ваши кокарики? Наши 5 рублей. 5 рублей пара? Да. На следующий по 6 приедет. Ладно, не пугай, не пугай, давайте. А эти почем, вы сказали, 6 рублей пара? 10 пар. По пятерке, да? Давай. Это не сито, серебристые, не синие. Они по синим, а по обоим парам по синим. Ну, бачь, вылазит такой. Синие дома паруем. Все ясно, спасибо. А почем такой кролик? Полторашка. А почем твои куры? 350. 350? Да. Ясно. Все петушки, да, здесь? Не все. Курочки есть? Одна курочка, и все, а так? Да. 7 петушков и одна курочка. Да. Молодец. Не встретимся никак. Ну, а да. А я тут не делал. Почем? Почем такие рыбки? Почем рыбки ваши? Деньги вы не берете. Фотографируйте, мол. Ясно. Друзья, большой выбор цветов представлен. Тут также есть цвета, цветы, корма разные. А это у вас смесь для кого? Амадина. Смесь для амадина. А для канареек нету? Это оно подойдет, но только надо добавить еще этого. Конопля надо. Конопля надо добавить, а так и канарейкам пойдет. Мама, какие они жутят? Друзья, Ламан Браун? Да. Доминанты? Доминант. Цена какая? Чего? Цена? 350. 350. Вот еще канареечки. Взрослые мальчики. Но здесь мальчики по полторы. Вот. С колокольчиком, как для попугайчиков. Друзья, неразлучники 900 рублей загорают на солнышке. Вот они. Северная розела. Цена 8 тысяч. 9 тысяч разная. Друзья, рябая, зебровая амадина. 300 рублей. Розела пестрая. 4 красная, 4 500. Волнистые. 500 рублей, эти по 250. Друзья, есть 3 штуки в наличии. Перед нами горный. Это самочка, да? Да, полтора года. У человека еще 3 самки взрослые есть. Да. Он меняет на самца. И если что, молодых. Пишите в комментариях, я вам номер напишу. И 10 молодых еще есть на продажу. Кому надо, обращайтесь. Здесь монах калита зеленый. А монах зеленый сколько стоит? 12. Монах 12. А рубиновый? 5. Рубиновый, вот розела рубиновая 5. Самогон есть? Вонючий, вонючий. Здесь волна выставочная, полувыставочная по 1000 рублей. Друзья, канарейка. Продавец говорит Орликина. Кому? Почем такие орликинки? По 500. По 500. Так, а здесь что, краснодеревая или йодистая канарейка? Йодистая. Йодистая и мозаика. Это два самца. Почем они?
2 и 3. Мозаика 3. Мозаика 3, а йодистый 2. По полтора года. Так, друзья, самые лучшие амадины, вон, воду пьют, жара. Почем ваши амадины? По 250 рублей. 250 рублей. А вы откуда? С Курганинска. С Курганинска. Помашите ручкой. Вот так. Значит, амадины 250, волнистые 500. 450 волна. Вот такие птицы. Диктуйте телефон. 818-370-9308. Иван. Друзья, вот канарейки. Вы откуда приехали? С Курганинска. С Курганинска. Почем у вас самки? 700. Самки 700 рублей, самцы? 2,5. 2,5. А вот это как расцветка называется? Какой? А вот темный. Это краснодеревый. Краснодеревый. Перелиняет, ярче будет. Вот морковная, лимончики. Тут внизу амадинки. А вот зеленый. Это зеленый, да? Да. Андрюха, не мешай съемок. А то попадешь в кадр. Зеленая канареечка. Зеленые почем у вас? Зеленые 3. А есть такие зеленые, что были черные ножки, когти черные, клюв черный? Такие раньше были. Нет, продали. Да? Продали, да, уже? Ну все, спасибо, ладно.